День добрый, здравствуйте. Как вас зовут или позывной какой-то? Талиб позывной. Тали? Талиб. Талиб. Талиб, вы знаете такого Рамзана Кадырова? Да, да. Вы его уважаете? Уважаем, конечно. Хороший человек. Золотой человек. Мало бывает. А вы знаете такого Игоря Мосійчука? Совершенно не знаю. Как? Вот вчера один из украинских националистов, народных депутатов, взял и расстрелял портрет Кадырова. Ну все, значит, он покойник, он приговор себе вынес. Он его оскорблял. Оскорбление, не только оскорбление. За это он будет отвечать. А вот 4 числа, значит, в Грозном предотвратили террористический акт, уничтожили террористическую банду. Вы об этом знаете? Америка, конечно, в курсе дела. И американцы, а также сами, что Америка здесь сотворили эту войну, наделали. И также сами хочет теперь сделать в Грозном, чтобы была паника, была война. Это все делает Америка. Ну, слава Аллаху, мы их уничтожили быстренько. А вот украинские националисты назвали этих террористов, убийц, своими братьями. И благодарят их, что они борются с оккупантами русскими в Грозном. Как вы к этому относитесь? Что вы можете об этом сказать? Никак не отношусь к этому, потому что мы знаем, что мы, так как мы, кадыровцы, помогаем славянского народа здесь, помогаем. Они против нас. Кто помогает Россию? Они, конечно, считают для них, ну, как кто сотворит, кто делает эти преступления, для них они сами преступники. Тот, кто делает против народа, против государства эти перевороты, войнушку строит, тот и преступник. Вот кто, вот они делали, они специально Америка отправили людей для того, чтобы провокацию устроили в середине. В Грозне, чтобы была провокация. Это, конечно, тоже украинское вот это государство, оно все согласовано с Америкой, делается. Скажите, пожалуйста, вы знаете, что на стороне украинских карателей сейчас собран батальон из чеченцев «Свободный Кавказ»? Есть такой. Как есть вы к этим такой. Людям относитесь? Ну как, те, кто за деньги воюет, тут, конечно, наемники считаются, они как террористы. Я вас прошу, обратитесь к этим людям. По-чеченски. Скажите им в камеру, что вы хотите им сказать, чтобы они поняли. Мы вот ролик готовили, мы передадим. Обязательно этот ролик достается. Мы написали обращение ко всему своим землякам. Обратитесь сейчас. Мужикам справедливо воюют. Вы на по-чеченски скажите об этом. Мне сейчас в камеру, пожалуйста. Не скажу сейчас. Не скажете сейчас. Не скажу, у меня приготовлен ролик. Я сообщение есть у меня, кадыровцев ко всем братьям-мусульманам, которые воюют за деньги, за несправедливость. Вот. Чтобы они этого не делали, так? Не делали, конечно. Мирных людей убивать зачем? Тот, кто против нас воюет за деньги, то вы, значит, не чеченцы, значит, вы не воины. Вот настоящий воин. Вот, за справедливость. Я оружие в руку брал, здесь воюю за справедливость. Вот 5 марта на Майдане в Киеве меня пытала и рвала мне ногти пассатижами чеченка Амина Акуева. Вы слышали об этом? О такой женщине слышали? Доктор из Одессы. Я не слышал. То есть не слышали такого? Ну, добро. Есть такие. Ну, всех врагов сразу не уничтожили. А у ней муж Адам Акаев готовил покушение на Путина. Знаете об этом? Нет, вот не знаете. Не знаю. Добро. Значит, вот Сергей Рулев заканчивает свой репортаж специально для независимой службы новостей. Всех!